симпозиум имплантологии компании Мегастом Бега я посетил в 2008 году. И с тех пор это, пожалуй, один из немногих симпозиумов, если не единственный, который я посещаю регулярно, в том числе, который проводится в разных городах России. Наиболее запоминающимся, мне кажется, это 2011 год, когда в Москву пригласили немецкого доктора медицины Андреаса Валентина. Сложность, иногда уникальность клинических случаев и смелость их решения остались у меня в памяти. В целом, на это мероприятие приглашаются специалисты как фундаментальной медицины, так и прикладной. Я хочу отметить крайне высокий уровень лекторов и организаторов этого мероприятия. Подробный и качественный перевод делает нам доступное понимание полученной информации. Возможность общаться с коллегами как в формальной, так и неформальной обстановке дает нам больше возможностей понимания ситуации, и мы черпаем вдохновение от общения со своими коллегами. Уважаемые коллеги, я хочу вас пригласить на 15-й международный юбилейный имплантологический симпозиум «Москва-Сити» 25-26 октября 2019 года. Приходите, не пожалеете, будем рады.